Важное отличие структур в языке C++ от структур в языке C заключается в возможности определения методов. Методы — это функции, определяемые внутри структур. Отличие таких функций от обычных функций, которые определяются снаружи, заключается в том, что внутри методов у нас есть прямой доступ к полям структуры. Эти поля соответствуют полям какого-то конкретного экземпляра, у которого этот метод вызывается. Для того, чтобы вызвать метод, нам нужно сначала создать переменную соответствующего типа, то есть типа сегмент, проинициализировать ее чем-то, и после этого мы можем вызвать метод при помощи оператора обращения к полям структуры. То есть оператор точка в данном случае используется не только для обращения к полям структуры, но и также для вызова методов. Соответственно, при вызове метода таким образом, переменные P1 и P2 будут соответствовать полям конкретного экземпляра структуры сегмент, у которого этот метод вызывается.